Приветствую всех зрителей на моем канале. Сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Super Meat Boy. Так, значит, мы прошли первую локацию The Forest. Теперь мы переходим на локацию под названием The Hospital. Так, о, это наш дружок идет ночью. Что-то опять отлетает свиноманьяк. Так, значит, давайте нажмем уже на первый левел. Так, какие-то у нас шипы. Надеюсь, ё-моё, ну вот начинается, снова начинается все. Надо было чай налить, ну, блин. Ну может потом. Так. Ну-ну, да там легко. Чё-то прыгнуть, да подальше, да и все. Да ё-моё, надо shift, зажми shift. Никитоз, да ёб. Чё ж я делаю-то, а? Ну тут все же элементарно, вот, оп, и все. Что-то там... Ё-моё! Надо пролететь как ниндзя прям там. Между этими... Ё-мо! Чё такое? Чё за фрезы пошли? Не понимаю. Чё-то Фрапс... говорит какую-то... фигню. Мешать, не записывать. Да ёп! Чё, музыка играет? Тун-ту-дум. Прям для ниндзя точно. Но мы как агент ФСБ пытаемся пробраться к нашей девушке. Что спасти ее, да, полицейский типа. Но у нас-то не получается. Так. Может когда-нибудь мы сумеем это сделать. Да ёп, да сколько можно-то уже? Это все началось не так, как я хотел. Я думал, будет вообще без проблем проходить. Только вторая глава, я уже не могу. Да ёб. Давай, ну. Мясо! Мясо! Блять. Ну вот. Да ёб, ну там же вообще миллиметрик, чё за... Да й... Что ж такое-то, а? Некит, ну давай, ну... Да ёб... Что ж такое-то, а? Ладно. Давай мясо, я с тобой. Мы должны это сделать. Оп! Да ну, вот видите, я сказал ему, что я с ним. Он поверил себе, а мы это сделали. Ну что-то было тяжело, да. Да ёб, ну куда? Какие-то шприцы там, наркоманы что ли? Видите, мусорят. Да ёб, везде шприцы. Вот ёб. Везде наркота это лежит. Да кого? А как? Сюда что ли? Да ёб. Надо все увидеть прям. Различить, где что. Да ёб. Да и... Блять, да что ж. Блять, а. Сука, ну клавиатуру-то не надо, да? Клавиатура, извини меня, пожалуйста. Ну блин. Да и... Блять, сука, а? Да ёбаный. И чё, в самый низ, что ли, надо? А-а-а! Ё-моё, вы чё, гоните, что ли? Как я это должен сделать-то? Ты должен как птица летать. А-а-а! Может, туда? Да ёб... Чё-то... Чё-то да. Это всё... О! А-а-а! Вот так уж, что ли? Да ёб... Ёбана... Да ёб...
Да блин, чё ж не так-то сделаю? Да и... Ну сконцентрируйся, Никит, ну... Подумай о том, как же тяжело этому мясу двигаться весь день. В поисках своей жены. Представь себя на его месте и стань одним телом. И все. И ты сможешь. Главное поверить в себя. Но тут как поверить-то? Тут не хоть веришь, хоть нет, а все равно подыхаешь. Там пластырь, кстати, висит. Летает что-то. Да ёп! Приклеили его туда, да? Ёп! Только второй уровень, а что-то уже какая-то жесть, я не пойму, что за бред? Какой-то абсурд, а? Ну, о. Так, ну, немного... Да ёп, блядь, ну что ты делаешь-то? Давай, свою женщину ты должен. Ладно, пофиг на женщину. Она все равно исчезнет снова. Да ёп. Фух. Да, это тяжко. Не знаю, как я буду проходить всю игру. Потому что я могу сойти с ума. От такого. Как, безысходство, да? Да ёп! Видимо, надо чай. Надо чай. Надо брать чай. Может, чай мне даст суперсилы, да? И я смогу пройти данный уровень. Но это не факт, потому что чай может быть нестабилен, да? Недостаточно всякие травы там, да, чтобы меня подбодрить, развеселить и дать мне супер реакцию, супер интеллект. А, ну там уже рядом было вроде, да? Да ёп! Короче, надо брать чай, сейчас, погодите. Итак, я сделал себе чай наконец-то, да? Теперь надо снова пробовать пройти этот уровень. А, ну там пластырь. Да ёп. Фу, так, надо осторожно. Да ёп. Ну блин, а. Я не знаю. Что не так со мной? Так. Если что-то с тобой не так, выпей чая, браток. Ну я выпил, и чё? Так. О, видите, уже почти прошел, чай выпил, и он мне помогает, реально. Так. Или это как-то надо перелететь, я не знаю. Главное, чай не разлить, а то он горячий. Будет неприятно. Так, все. Продолжаю. Играть в это. Блин, а. Я должен пройти супер ментбой перед тем, как выйдется. Forever, да? Да будет реально хорошо. Как это нужно сделать? Да ё-моё, ну что ж... Что ж ты делаешь? Что ж ты делаешь? Ну там даже это... Мостик есть, чтобы специально упасть. Да блин. Надо успеть прям среагировать. Так. В таком случае надо выпить чая. Что-то да. Но я озверел, я сразу это замечаю. О, точно, ё-мо, какой же я дурак. Я об этом даже не думал, что-то. Можно же вот так вот делать. Ё-мо, ну ребята, а. Ну вы не удивляйтесь, потому что это я Никит. Я всегда могу тупить. Так. Так все. Все упрощает. Ну сюда. Да блин, ну не туда же.
Надо в дырку. Блин, подождите. Сейчас настроюсь. Серьезно. Оп. Так, ну туда я не хочу. Оп. Да блин. А там что? А что слева-то? Я что-то не увидел. Но я считаю, то, что одну главу за видео проходить нереально. Тем более дальше это станет просто невозможным. Юно. Поэтому как будет получаться, так и буду выкладывать, да? Так. Это за что ж? За что такое? За что у меня такая смерть я пришла? Что-то даже чай мне особо не помог, я не знаю. Так. Надо его хлебать литрами. Так. О! О, а там тоже прыжок надо, да, и все. Ну, давайте попробуем. Тащит. Оттайка, а? Оттайка. Опять я не то делаю. Я просто пру, как танк вперед. О. Так. Сюда. Ну не туда же. Зачем ты катишься? Там. Надо подстроиться под музыку прям в ритм. Тогда все получится. Она же не зря, не просто так играет. Он говорит о том, ну давай, не пройди. Вот, сейчас пою. Сейчас. Это, минус опыт. Некит. Некит. Ну пройди игру. Ты. Вот видите, да? Ты слышишь? Слышишь? Ники. Тос. Ну же. Ну я же говорю, тут прям можно песни напевать. Ой. Тащи. Песни-то попоешь, но ты еще, он тебе не поможет. Так, ну сейчас. Та-та-та, Никитос, ну же, давай. Ой, 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 ой. Ну, сейчас же хорошо, ну, неужели я это сделал? А с плюсом, ничего себе. Ну-ка, давайте посмотрим на это. Сколько попыток, что-то не пишется. Ну ладно, не будем. Время тратить на такое. Там шипы, что ли? Ё-моё. Точнее, лучше говорить не шипы, а шприцы. Потому что так и есть. Вот, сейчас. Ну да, отлично. То есть, что я делаю? Давить надо же. Постоять. Вот. Вот. Подожди. Спокойненько. Да это что ж? Что будешь делать-то, а? А? Хуйсей, хуйсей ты. А хуйсей-то не хуйсей ты. А не хуйсей ты. Ну опять её. Хуйсей ты. Хуй шприц. Шприц хуй сеть. Извините, так. Ой. О-о! Смотрите, смотрите. О, ниндзя, а! Все, включился, смотрите, смотрите. Ты еще. Нет. Не везет, все равно. Надо. Подождите, я сейчас какой-нибудь. Эти. Самураи. Стою на месте, прыгаю, пью чай. Типа мне все равно, вы меня не убьете, да? А вы убьете меня сверху тогда. Ну ладно, что я могу сказать-то? На я такое. А ничего, потому что.
Бедное мясо, а. Прям тут уже бью эти кнопочки. Там даже меню его загружается, да, игра, там пишется. Типа, о, бедные кнопки, выживите после такого, ну да. То реально потом работать не будут, мне жалко уже. Это все нервы, надо быть спокойным. Ну как тут может быть спокойным, когда происходит такое? Ну не знаю, это такой самый уравновешенный сможет. Так. А мы не всех уравновешенные, потому что в России все не так уж просто, да? Как говорят, то все, даже в Америке так говорят, увидели, да, там видео, как наш русский приручил медведя. Да а он даже не боится медведя, я бы на его месте уже наложил, да? От страху. В итоге за видео пройду только два уровня. Ну да. Да, включите режим. Вот так-то. Вот так-то. Да кого? Ну почему? Ну зачем? Давай. Надо, короче, успеть пробежать, но не знаю, как это можно сделать. Только прыгать. А то бывает прыгнешь, а не туда. Вот видите, вроде кажется, там нету ничего, все. Чай, ну помоги мне, пожалуйста. Зачем я тебя? Зачем я тебя заваривал-то? Мой драгоценный чай. Так. Кстати, чай Ахмат Тия, реклама, да? Ахмат Сила, как говорят. Ахмат Сила, так кто, дай мне силы пройти вот это. Дай мне энергию. О. Во. Ну нет. Ой. Ой. Да не надо, ну зачем? Зачем вы это делаете? Просто будем вот так. Так вот как? Почему меня прибило? Я вот не пойму. Типа там все равно убиваешь и. Нет, я не сдамся. Я буду продолжать до конца. Даже чай мне не помог, а я же был.